Так, всем привет, с вами Нуб, и это у нас очередной Нуба подкаст, да. Я его так-то должен был давно уже сделать, так как 100 видео уже были сделаны 3 дня назад где-то. Да, я этот Нуба подкаст сделал именно вот из этих 100 видео. Для меня это как бы, ну как сказать, для меня это очень важно тоже. То, что вот, там какие-то 100 видео отдельные у меня наконец-то сделаны. Тоже проделанная работа за какое-то время. И я очень рад этому. Я очень рад, что на меня в последнее время стали подписываться, смотрят, ставят лайки. Всем подписчикам огромное спасибо. Ну, в основном я как бы снимаю для себя видео. Ну, как объяснить-то вам? Как бы это, ну как и для вас, потому что я заметил, что подписываются не просто так. Уже многие, наверное, ждут там, допустим, какое-то очередное прохождение. Допустим, кто-то, наверное, ради Соника подписался и ждет Соников. Или кто-то еще что-то там ради какого-то другого видео там. Вы это иногда пишите в комментариях, что вам нравится, что хотели бы еще увидеть. Ну, пока что не знаю я точно, конечно. Если, допустим, попросите какую-то игру пройти, то я еще это подумаю. Потому что я в основном снимаю то, что как бы мне нравится. И именно те темы и плейлисты у меня созданы чисто то, что я хочу сам проходить. Если, допустим, мне не понравится та игра, я ее не буду снимать. Какую вы там, если попросите. Вот. И у меня последнее время набираться стали подписчики более-менее. Мне главное сейчас 1000 подписчиков набрать. Вот сейчас сведения покажу вам. Вот у меня 800 подписчиков. И это очень радует, наконец-то. Почти до 1000 человек. Я думаю, рекламу где-нибудь сделать, я не знаю, там, по соцсетям покидать, что ли. Вы тоже, если кому нравится, рекламируйте меня, что ли, как-то там, или там советуйте друзьям. Ну, конечно, я не профессионал в Ютубе, но все равно, кому если нравится. Мне осталось вот 199 человек. Если я наберу 1000 человек, то у меня будет реклама Ютуба небольшая. Сейчас я вам покажу. Тут такая штука есть. Чтобы вспомнить. Так, что-то подлагивает вообще по-страшному. FPS вообще, блин, когда снимаешь этот. Ну, у меня еще рендерится видео, видите, очередное. 41%, хотя здесь показывает 82%. Ну, это я сейчас видео залью с Соником. Так что, видите, я стараюсь уже почаще снимать видео, хотя все еще не. Кстати, о личной жизни своей. Да, я также работаю в магазине администратором, ну, если кому интересно. Но меня перевели на другой магазин. Вот. Ну, в ближайшее время меня, может быть, народ меня, если заберут в армию, то все, как минимум на год можете забыть про меня. Ну, как бы не забывайте, у меня просто видео выходить не будут. Ну, я не знаю, может в армии тоже какой-нибудь вариант будет, что там можно будет видео свои снимать. Это вообще, я сейчас же все современно, там может компьютеры есть уже и все. Я что-нибудь пытаться буду делать, если такая возможность будет. Но если, конечно, нет, то целый год придется подождать. Главное, чтобы не заблокировали мой канал, потому что надо же. Ну, канал-то точно не заблокируют, просто платить не будут. Если видео не будешь снимать, то как сказать-то? 10 тысяч просмотров в месяц не будет набираться, то партнерка моя, вот эта вот, YouTube партнер ВСП, мне скажет: давай, до свидания, братюня, ты перестал видео снимать, мы пока отключимся от тебя, и все. А вот я что хотел сказать, вот здесь есть поиск поклонников вроде бы, вот эта вот вещь очень хорошая, да, вот. У меня уже здесь поставлены на очередь самые популярные видео, которые набрали всех больше просмотров. Пока что ближе, вот. У которых всех больше просмотров я сюда сделал. Вот. Мне надо набрать 1000 подписчиков. У вас на канале меньше 1000 подписчиков. Чтобы рекламировать ваш канал, требуется больше данных. Попробуйте зайти позже.
Вот, смотрите, народ, мне надо еще 199 человек где-то на дыбе и наберутся. Просто видите, если вы будете где-то там у себя, не знаю, ну, добавлять себе ВКонтактную страницу или же добавлять в избранное почаще, я буду очень вам благодарен. У меня быстрее наберутся подписчики, у меня быстрее наберется 1000 подписчиков, у меня начнется канал рекламироваться, и у меня дальше быстрее начнут набираться, ну, там дальше просмотры и подписчики. Кто будет этим занят, я очень буду благодарен. И еще, я как бы хотел кое-что попросить вас. Ну, как бы это наглость, не то чтобы наглость, это очень даже наглость. Вот у меня в сведениях канала, ну еще я раньше в описании писал, сейчас что-то перестал в описании все писать. У меня здесь есть группа ВК, ну, хотя я ей не особо пользуюсь. Кто хочет, вступает. В основном, можете вступать, если хотите, если вам нравятся мои видео. Не хотите, не вступайте там. Все равно я что-то в последнее время вообще ничего с группой не делаю. Так вот, кто хочет помочь мне и каналу для развития, для дальнейшего. Вот у меня есть тут кошелек. Ну, если кто хочет помочь, то можете там, не знаю, там хотя бы по 10 рублей скидываться или по рублю. Вот каждый по рублю скинет, 800 рублей нормально будет, я могу уже или на рекламу пустить, или купить себе микрофон, или еще что-нибудь. Ну ладно, это слишком нагло, но ничего страшного. И я думаю еще сюда реквизиты своей карты сделать, ну еще надо подумать, это не знаю, посмотрим. Ну это нагло, ну а как еще? Говорят, не будешь наглым, не проживешь жизни. Так что если просить не будешь наглую, тебе ничего и не дадут, так ведь? Ну вот, все. Вот я об этом как бы и хотел сказать. В основном-то. Канал тихонько развивается. Как я заметил, у меня уже видео более-менее. Просмотры тоже набираются. Вот сегодня только выложил одно видео. Что было бы, если бы... Ну, я играл в Соника без сохранений. Ну, вот видео выложено. Можете зайти сейчас на канал. После того, как просмотрите этот новый подкаст. И тоже там поставить везде лайки, добавить в избранное, позвать друзей. И чтобы подписались на мой канал. Все. Я буду очень благодарен вам.